Один в поле не воин, заявляет Вера Ткачева, и с ней согласны жильцы дома 119А по улице Гагарина. Энергичный председатель совета многоквартирного дома и газоном занимается, и соседям помогает, и держит тесную связь с управляющей компанией. Ремонт подъезда Вера Петровна контролировала лично. Я даже написала благодарственное письмо рабочим, кто здесь проводил текущий ремонт. Они очень так активно, доброжелательно, по-доброму отнеслись ко всем моим замечаниям. У нас подъезд был в безобразном состоянии. У нас лет, наверное, 10. Мы не красили, не белили, ничего не делали. Стены были какой-то, я не знаю, сказать даже, слов не подберешь. А сейчас красиво. И выбрали фисташковый цвет, очень модный. Цвет стен выбирали всем подъездом. Колебались между персиковым, сиреневым и фисташковым. В итоге на голосовании победил нежно-зеленый. В доме уже поселились новые почтовые ящики, камера видеонаблюдения и цветы в горшках на этажных пролетах. Чтобы в подъезде было хорошо, чтобы в нашем доме людям жилось очень нормально. У нас очень хорошая старшая по дому, Вера Петровна Ткачева. Вот она все это благоустроила, поливает, все занимается, все вот домом занимается. Молодец, дай бог ей здоровья. Успех такого идеального ремонта – это не только активная деятельность общественников дома, но и внимательность управляющей компании, желание сотрудничать с жильцами и быстро реагировать на просьбы. Прозрачность работы и реальные результаты – то, к чему следует стремиться. Всегда нужно помнить, то есть, что дом – это крепость, да, и в доме должен быть хозяин. То есть как бы лучшего хозяина, чем совет МКД, то есть быть не может. Любая управляющая компания, как бы она ни была хороша, без активных жителей, то есть как бы никогда не выполнить всех требований, всех пожеланий, потому как жилец, который проживает в доме, он лучше знает, что ему хотелось бы, как это должно выглядеть и в какие сроки должно быть выполнено. В планах у старшей по дому ремонт крыльца и дальнейшее благоустройство двора. Козырек уже укрепили, пандус установили, разметку для парковки сделали. А там уже можно будет задуматься и о капитальном ремонте дома. Советы многоквартирных домов существуют практически в каждом доме города. Это результат активной работы администрации Самары. Юлия Черняева, Максим Гусев. События.